Друзья, всем привет! Вы на канале Вадим Полетели. Сегодня мы будем с вами делать привой для пчел, потому что сейчас идет сезон роения. Пчелы вот залетают на такие вот высокие деревья, с которых можно свалиться, и все. Откиньте лапки свои. В общем, буду делать из вагонки. Размер примерно с рамку, чтобы можно было легко в улей стряхнуть пчел. А для этого нам нужна вагонка, либо другая какая-то древесина. Вот у меня вагонка есть. Обязательно холстик пропылесованный. Степлер, чтобы чик-чик-чик настрелять. И у меня железа нет, я сверху пакет тоже степлером сделаю, чтобы влага не попадала. Саморезов, немножко гвоздей. И терпение. Вот ножовка еще нужна. Сейчас все отпилю, вам покажу, что выходит, получается. Ну, самый бюджетный, наверное, этот привой за 0 рублей. А это кошка. Буська, это ты выросла. Вот такая конструкция получилась. Такая крепкая, тяжелая, долговечная. Сейчас возьмем прополис и натрем ее немножко для запаха. Еще вот такую палку отпилил. Она будет вот тут, вот так вот стоять. Чтобы пчелы потом на нее все садились, все облипали. И вы смогли спокойно стряхнуть их куда захотите. Палку делаем по размеру с ловушку, чтобы если что вдруг эту хрень можно было в ловушку поставить или еще куда-то. Так, где у нас прополис? Сюда только положил, уже потерял. Вот он. Берем и натираем. Прям тщательно втирайте, чтоб пахло вообще цветочками. Я оторвал холстик по размеру. Одна часть пойдет на ловушку, а вторая часть сюда. Сейчас цеплером ее чок-чок-чок. И потом вам покажу, что получилось. Получилась вот такая конструкция. Сейчас вот сюда, в серединку, вот эту палочку прикручу на саморез. И после с обратной стороны пакет и какую-нибудь веревочку, надо что-то сделать будет. После повесим, посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну что, друзья, я решил бортики еще сделать, чтобы дождь не попадал. И вот эту палку приделал. Такая красота получается, вообще кайф. Сейчас на крышу пакет забью, чтобы дождь не попадал. И, в общем-то, все, будем вешать. Вот так вот установил привой. Такая получилась интересная конструкция. Думаю, пчелкам понравится. Тут еще какие-нибудь эти ветки от елок повешу, чтобы тенек немножко создавало. Высота примерно 2 метра, как раз нормально. Потом еще где-нибудь вон там привой поставлю. И вон там привой поставлю, и будет вообще красотища. Пчелы уже интересуются, им нравится. Теперь я чуть-чуть спокоен, то что пчелы не улетят. Потому что я уже один рой поймал. Это очень как бы нелегко лазить по деревьям. И рискую жизнью своей. Такое вот видео получилось. Такой пушечный привой. Кому понравилось, лайк, подписка. Всем пока, всем добра. И подписывайтесь на канал обязательно. Скоро буду снимать вам про пасеку. Пока вам ничего не буду показывать. Все потом, в будущем.